Все, что сейчас происходит на ваших экранах, так или иначе обусловлено участием в этих грандиозных проектах новейшей России Магнитогорского металлургического комбината, а точнее расположенного на его промплощадке одного из лучших в державе толстолистовых прокатных станов 5000. В день наших съемок стан, по сути, только разгонялся после ремонта с реконструкцией. Накануне здесь произошла важнейшая технологическая операция. Настаиваем на медицинском термине, потому что главный привод – это сердце стана. Пока на данный момент не на весь ассортимент настроен стан. Поэтому ждем именно решения немецких товарищей на дальнейший план прокатки. Ну, мы вас оторвали, кстати, от совещания с немцами. Чем оно закончилось, в принципе? Они согласны на ваши требования? Вот на текущий момент решение не принято. На текущий момент. Поэтому до 7 вечера мы находимся в взвешенном состоянии, именно в режиме прокатки. Едем буквально трое суток с двух печей. А до этого стояли, ремонтировались. Ну и по электрочасти провели модернизацию, ну, которая улучшит работу агрегата, минимизируем простой цель. Ну, более надежно будет стан работать, меньше сбоев, меньше аварий. Сам главный привод они меняли, а поменяли, связующую часть между главным приводом и компьютером, скажем, который принимает решение, ну, расчеты все ведет этот. Получали, поменяли всю проводку, там добавили определенные там шкафы с нужными, скажем так, составляющими, современными, чтобы он был более ремонтопригоден в современных условиях, потому что меняются технологии передачи данных, информации, эти вычислительные эти вещи. И то, то, что было поставлено при запуске стана, сейчас морально устарело, и клеть не всегда получается отремонтировать, скажем так, если, ну, все же имеет свой ресурс. Еще когда на стане 5000 заканчивался предпусковой период, а было это около 10 лет тому назад, мы обратили внимание на впечатляющие размеры главного привода, чего стоил только 5-метровый шпиндель. И все это было результатом работы инженеров компании General Electric. Так вот, нам тогда сказали, что по мощности энергообеспечения наш стан не уступает двигателям, которые обслуживают подводные крейсеры 5-го поколения. Вы сказали, морально устарело. А вот Денис Анатольевич Беляков, мой собеседник, не стареет нисколько. А ведь я знаю, что вы пускали еще стан сортовой 370, и сюда пришли, когда стан работал всего полгода. Сколько же вам лет? 39. Скоро будет 40, через 2 месяца. Юбилей, да? Ну, небольшой. Большой, огромный юбилей. Денис, ты же выглядишь все равно на 25. Ну, стараемся, что ж. За здоровьем следим. Здоровый образ жизни. И семья радует, дети растут. Уже сын старший, с меня ростом уже в 9 классе, уже, а уже 1,80 м, как бы. На его фоне как не хочется стареть, молодеем. Но мы тут друг другу помогаем, по-другому здесь никак. Мы вдвоем здесь 12 часов в замкнутом пространстве. По-другому здесь никак не отработаешь. Как одно, ну, одна команда должна быть все равно. Поэтому чем можем, помогаем. Если у вас кубрик, а не пост, да? Ну, можно сказать так, да. К нам посторонние не ходят, не отвлекают. А мы свои, да? Уже свои, уже не первый раз с вами видимся. Константин Сергеевич, я знаю о том, что вам нравится песня про заводскую проходную, которая в люди выводила. А вас какая проходная вывела в люди? Первая 10-я проходная была. Первая самая. Это 10-я проходная. 4-й листопрокатный цех. То
То есть как с горячим металлом начали работать, так продолжаете, да? Так и продолжаем, да. А что сложнее, интересно, вот стан 2500 горячей прокатки или вот новый, реверсивный? Там же не реверсивный. Ну, везде свои сложности, везде свои особенности. Как бы нельзя сказать, что где-то легче, где-то сложнее. Везде свои трудности, особенности работы. Так что я бы не стал так делить. Интересно вот узнать, вы ни разу не сходили на обновленный стан 2500, который немцы сделали? Там говорят, просто чудо, а не стан. Рядышком находитесь? Не было времени, как, к сожалению. Было время, когда ремонтировались. Ну, ремонт был, было время, но сейчас просто как бы нет времени. Я знаю, человек эмоциональный, может, вы боитесь просто, что сердце будет ёкать, родной стан, первый? Ну, может быть, когда будет время, обязательно схожу. Как бы знакомых, товарищей там работают, пообщались бы. Ну, так созваниваемся. Интересно вот узнать, когда вот главный привод был отремонтирован, вы это почувствовали вот здесь на главном посту, что стан по-другому заработал, задышал? Не, ну сейчас пока рано говорить о том, что какие-то вот мы видим прям кардинальные изменения. Тут же, как сказать, отразится во временном интервале. Оно может работать там, но сейчас пока пусконаладочные работы прошли, стан выходит на проектную мощность. На следующие сутки после наших съемок стан уже был готов к производству штрипса самого широкого ассортамента. Но сразу после реконструкции здесь катали так называемый тонкий профиль. Это сложный технологический процесс, потому что речь идет о металле толщиной от 6 до 11 миллиметров. Илья Викторович, вы такую песню слышали, туристическую, знаменитую, про перекаты? Да, слышал. А ваши перекаты чем-то отличаются? Ну, конечно, это не речные перекаты, то есть, а у нас сляп вначале там с 300 мм катается, а на 190 размер, толщину. Далее, то есть, режутся и обратно садим в печь и катаем уже профиль 11-8 мм. Я даже слышал, и 6 катали один раз, да? Ну, был такой опыт, да. Печальный? Да нет, почему прокатали, но не, почему-то не стали внедрять 6 миллиметров. Стан все-таки труба у нас, толщины такие катаем большие уж, 6 миллиметров не для него. Ну, когда вот вы катаете тонкий профиль, 8-11 миллиметров, это не праздник на душе? Да почему? Ну, второму посту, конечно, достается, а нам-то выдавать, нагреть нам, что такая любая толщина, то есть там печи, то есть нормально идут. А я слышал, вам достается иногда тут шрапнель летает. Ну, это редко, нету такого. Ну, именно на тонком профиле, да? Ну, бывает что-то там, отрываются какие-то части, но это не так уж часто бывает. Но зато, когда труба идет, или для ледоколов, металл душа поет у всей бригады, да? Ну, конечно, тоннаж, то есть объемы, то есть даем. Ну, и как для цеха производства больше получается у нас. А тоннаж – это деньги, прямые деньги. Да, да, деньги. Зарабатываем больше для комбината. Ну и у нас. И немножко для себя, да? Ну и немножко для себя. Там как премию дадут. Ну что, завелись-то после ремонта, да? Нормально сейчас? Да, сейчас все нормально. То есть печь отремонтировали первую. То есть стан подремонтировали, то есть ну, все нормально, то есть нормально работаем в обычном рабочем режиме с двух печей. Ну, нельзя, наверное, сравнивать уровень этих вот двух ремонтов, я имею в виду стана, там General Electric привод в порядок приводил и вашу печь. Наверное, по объемам несравнимо, да? Ну, там я слышал, что полностью меняли все электрооборудование, то есть, ну, там именно электрическое, а у нас, то есть, ну, как объем, у нас, то есть, меняли ретера, там, то есть, ну, варили там, много каких работ, заливали опалку, то есть, ну, балки шагающие, подвижные, неподвижные, то есть, у нас своя специфика, у них своя, то есть, поэтому как-то сравнивать, не знаю,
для меня печи как-то ближе, поэтому я это здесь больше участвовал, а там я, то есть, не касался, поэтому я не могу сравнивать. Мне вот слово печь нагревательная, или сталеплавильная, или доменная, несопоставимо с тем, что было в августе. Это вот жара, дикая африканская жара. Как вы ее пережили? Да нормально, ребята привычные, что работаем, работаем. На постах у нас кондиционирование, все равно походишь, то есть поработаешь в жаре, там, потом заходишь, водички попьешь, остынешь. Нормально, как в обычном режиме еще. Наша рубрика «Разговор с интересным собеседником» предполагает встречу с человеком, как минимум имеющим большой опыт работы на комбинате. И когда мы начали разговор с Дмитрием Ивановичем Зыкриным, вовсе и не предвидели, что такой опыт у него есть. Настолько молодо он выглядел. Но, к счастью, мы ошиблись. Здесь стройка еще была. Сюда взяли штабилировщика металла. Отработал года 3, наверное. Потом перевелся в посадчики металла. Тоже, наверное, годика 2 поработал. Тоже заметили. Руководители оценили. Перевелся в операторы, постал управления, загрузки нагревательных печей. Там поработал года 3, наверное. Потом стало интересно, хотелось как бы развиваться, попросился вот на пост 1-2, на выгрузку. Здесь работа, ну, в принципе, кардинально другая, там загрузка, здесь выгрузка, но здесь больше идет акцент то, что интересна работа нагревальщика мне как для развития, то есть мне сам процесс нагрева металла в печи, то есть, ну, вот эта кухня сама интересна, то есть здесь больше ответственности, больше оборудования, больше надо следить за всем, больше параметров, то есть считать много, ну, то есть совсем другая специфика, то есть попросился сюда, то есть чтобы... Девочка все рассказал, одно забыл. Вот у группы Смоки, любимой моей, есть в английском там изложении только одно слово, которое я понимаю. Университет. Помнишь такую песню? Университет в твоей жизни где? Ты забыл про него? Университет в моей жизни был когда-то в далеком 2010 году, но как-то не сложилось. Отучился я там на где-то... полтора курса, наверное, и на втором курсе оставил. Это все из-за жилья? Ну, да, такая получилась ситуация, что надо было выбирать, либо учился платно, тогда еще вот штабилировщиком работал, зарплата не позволяла, либо покупать жилье в ипотеку, либо уже работать, ну, либо учиться в институте. Ну, пришлось выбирать жилье в тот момент. Как-то так получилось, что... Жилье получилось? Да. Сейчас уже с жильем уже нормально все, уже расширились несколько раз. Так что с жильем все хорошо. А сколько раз решили вопрос демографически? Пока только один. Ну, с нынешней ситуацией не знаю насчет, как этот вопрос мы будем дальше решать, пока тоже в раздумьях.